устанавливали Bluetooth в штатную магнитолу. Так, как это все работает? Здесь, видим, у нас есть несколько режимов: CD, AUX и Tuner. То есть мы включаем AUX. На телефоне выбираем Bluetooth и смотрим, какие устройства у нас появились. Вот он. Выбираем его. Слышали звук подключения. Выбираем источник музыки. Включаем. Все так же управляется, как громкость, переключать мелодии. Ну, все как стандартный Bluetooth. Качество звука нормальное. Bluetooth установлен 5.0. И также, допустим, включили мы радио. Также переключаемся. Все отлично работает. В этом интервью все будут раскрыты.